Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Максон. Перед нами игра Якошу, я всех гандошу. Все очень просто. Игра стоит 61 рублик. Ничего нету, ни карточек, ни ничего. Просто для одного игрока. Написано, что очень просто, несложные головоломки и неприветливая атмосфера. Сладких тебе снов. На японском даже озвучка есть. Игра вышла недавно, да? Я сейчас кекнул. С того момента. Да, 27 мая 2022 года нам ее прислали в продажстве. И у нас есть возможность ее посмотреть. Прикольно, да, что здесь переведено. Ссылка на Discord есть. Ну, неплохо, есть различные языки. Время 1 час 37 минут ночью у меня. Ключи, открывай двери или замки, обратите внимание, как это все. Ставьте печати и расстреляйте ловушки, чтобы парализовать злых монстров на несколько секунд. Зажгите 12 ламп и сбегите с института. Если я сейчас ловлю какие-то обосрашки, ну, на этом как бы мой обзор закончится, это я вам сразу говорю. Мог бы их ли отвлечь, поместив сюда еду? Что? Управление немного пьяненько. Кстати, мышка и играет роль, но... Короче, сюда еда нужна. Ёбаный сыр. Первый день. Меня зовут Юки, если ты читаешь. Это и не знаешь меня, конечно, я мог отсюда сбежать. И сейчас ты в такой же ситуации, в мой первый день ловушки. Я еще не выходил из. Блядь. Я хочу на крестик нажимать. Блядь. Я свернул игру, короче, все. На этом мой обзор заканчивается. Ёбаный рот. Блять, вы видели это? Я не буду оборачиваться. Что ты сказал? Что за трупы, блядь? Блядь, что это? Что это за хуйня? Уйта. Устабиль. Идёшь нахуй. А у меня нету ножа. А что я подобрал-то? А. Ёпта. Ключи, короче, можно фармить на одних и тех же местах. Что это за мразь, блядь?
Что здесь за нахуй происходит? Это, короче, какой-то уебок тупой, я даже. А он тупо дверь закрывает, ему прикольно с этого. Что там? Зажать на? Вспоминая то, что существо сказало мне во сне, должен сожечь 12 слов, чтобы избежать, но я слышал жуткий шепот, я должен был быть осторожен. Блять. Над словом вообще не пью. Что там за звуки нам? Четвертый день. Я видел существо, которое преследует меня. Это ужасно. Я не понимаю, почему это происходит со мной. Я всего лишь учитель. Я не хочу так умирать. Короче, я так полагаю, эта тварь мелкая уже здесь. Блин, я не люблю хорроры играть, серьезно. Вот это вот. Можно шутеры прислать какие-то? Что-то такое простенькое. Ну что, гоблин, блядь. Блядь, сейчас наушники с ним буду шарать. Так, встать. Команда смирно. Ладно, уволь. Пацаны, чё сидим? Блять, тупая. Там кто-то прошел или что? Там кто-то ходит, походу. Может быть, я бы мог их поотвлечь, поставить. Что это за... Что это за... Лис. Жополиц. Что? Что ты такое? Так отъебался. Открой дверь. Я, короче, не все понимаю.
Что происходит? Блять, открой дверь хоть одну. Нет ключа, у меня нет ключа. Придумай что-нибудь. Ну пока я вообще не понимаю смысл. Сейчас подбежит эта обезьяна и закроет дверь мне. Вот что творит он. Школьник этот. Тварь. Сейчас сюда подбежит и закроет. Это его работа. Ну что? Исчезает или что? Вот я жму кнопку и что? И ничего. И чё? Ну, я не знаю, меня уже не то, что быстро. Так, ключей от этих дверей у меня нет. Эта херь ходит только... Ёпта, блядь. Давайте сейчас зайдем. Я не знаю, господа, не то чтобы мне супер страшно. Просто еду положить от духов. Их от этой обезьяны, которая двери убегает, закрывает. Ну типа что-то меня замедляет, но это вот херня звуки издает. Я сейчас мурашки больше от того, что окно открыто, а не от того, что поднесет. Я не знаю, я бы не сказал, что мне страшно. А, да? Ключи тратятся? И колбес. А как нам... Как нам это рассчитывать эти все моменты? То есть у нас сейчас одни желтые ключи и чё? Да сейчас рвай монтировки. Херня какая-то. Чё-то нифига. Вот я же отсюда заходил. Все, он насмотрелся на двери. Вот что это будет мразь делать? Вот она сейчас будет идти одна, меня увидит, заденет меня или нет?
и абсолютно похер. Ну и чё, вот, чё у меня кончились мини выбраться? Ну чё это за говнище? Ну бля, игра на любителя получается. Так игру закрыть. Ну что, игру не можем закрыть. Alt F4 нам поможет. Окей. Проверим управление геймпадом. Есть ли тут? Да, есть. А, тут ходьба. Управление геймпадом нет. Короче, надо использовать ключи с умом. Перезапуска на случай багов нету. Управление, вот то, что ты вот так вот поворачиваешь, ну, не совсем удобно. Ключики тратить. Ну, этот, кстати, мелкий шкет нам не вредит. Ну, ты вот так, кстати, нажимаешь, все, ключ просел. Руки меня замедляют. Типа мрачновато, да, вопросов нет, но... Колбес. Блин, ну честно, я даже не знаю, дальше уже затягивать не знаю. Игра неоднозначна, как по мне, потому что, ну что, что ты скажешь, ключи заканчиваются, да, то есть надо что-то пытаться поднайти, там вот эти лампы. Вон, эта мразь ходит, чтобы ну, под нее не попасться. Ну, хз, типа. Поиграйте, может, вам понравится. Мне не понравилось. То есть, все в стилистике аниме, типа ужасы, хорроры, но это не хоррор-игра. Конечно. Сложно что-то требовать от 60 рублей, на мой взгляд. То есть, ну, дальнейшее оформление, думаю, будет неплохое, но... Я, наверное, слишком тупой, и мне не так страшно было. Атмосфера, ну, я хз, была ли она? So sorry. В качестве куратора я бы отметил игру на... информационный обзор, потому что я не могу сказать ни хорошо, ни плохо. В качестве своего обзора я вам поставлю оценку лайк, чтобы дальше ребята уже могли увидеть этот продукт и посмотреть, стоит, не стоит. Дальше уже отзывы будут более смешаны.
Если лично прям мое мнение, ну нет. Нет. Я бы только заплатил за стилистику, может, за поддержку игры, за малый бизнес. А так, ну, кривовато все. Нет. Всем большое спасибо, кто присутствовал, кто посмотрел этот кривой геймплей и мой нулевой IQ для решения задачи. Я, получается, его не прошел. Всем большое спасибо. Приходите еще, пишите в комментариях, какие бы игры вы хотели бы увидеть. Возможно, это как-то повлияет на исход событий. И до новых встреч. Пока.